Знакомьтесь, Никита Лович, режиссер, сценарист, телеведущий. Утром камеры, вечером рассада. Работает в студии в столице, а жить предпочитает в поселке. И вот почему. Да, вот так равномерно. Вот так вот сей. Как предки. Отлично. Это я талантливый с удовольствием. Но расскажи мне, пожалуйста, Никита, вот что. Почему ты оставил Москву и приехал в Подмосковье? Цепочка обстоятельств. Но по факту результат, который для меня уже здесь стал явен, любой творческий человек, казалось бы, да, у нас парадигма, все там креативные, должны жить в городе, потому что там театры, выставки, смузи, фраппе, вот это все. Я же говорю вам, что в городе очень большой информационный фон. Здесь у тебя освобождается значительная часть мозга от этого инфошума, и место освобождается именно для творческих идей. Здесь Никита сеет горчицу, выращивает помидоры и монтирует блог, где рассказывает о прелестях деревенской жизни. Иногда даже на коне. Жить за городом подразумевает то, что ты должен владеть, ну, как минимум, 7-10 профессиями разными. Здесь построить, тут что-то вырастить, тут еще что-то увлекательно, интересно. Нам же всегда нравится развиваться. Уметь сегодня больше, чем ты умел вчера. Здесь огромная палитра для твоих вот этих всех начинаний. Дальше больше. Настоящее хозяйство с мини-конюшней будет в Завидове. 1 гектар земли Никита приобрел за 100 тысяч рублей. Такое возможно в проекте «Мой гектар». Его задача – обеспечить россиян своей землей. Мы изначально инициировали проект таким образом, чтобы он был доступным для всех граждан нашей страны. Если мы берем не только Центральный федеральный округ и не только Московский округ, то понимаем, что начальная цена покупки участка должна быть меньше, чем 100 тысяч рублей. Поэтому покупка участка у нас начинается от 99 тысяч рублей за гектар. При этом еще действует программа рассрочки, поэтому действительно стараемся сделать так, чтобы проект «Мой гектар» был общедоступным абсолютно для всех слоев населения, то есть нашей страны. Как распорядиться участком, собственники решают сами. Можно построить дом, дачу или ферму. Стать участником просто. Достаточно оставить заявку на сайте. С вами свяжется земельный эксперт. Уточнит цель покупки, бюджет и пожелания к земельному участку. А после подберет нужный. Никита тем временем уже осваивается на участке. Через год здесь уже будет гостевой домик.